говорящая чихуахуа Софи. Кто поедет? Кто поедет? Кто? Уже 4 часа утра, и мы собираемся ехать. Охота спать, вещи складывать в машину. Мам, ну чё? Я приезжаю. Ждите в домике. Да, ждём, мам, ждём, ждём. Грузим вещи. Пам-парабам. Грузим вещи. Кто мои собаки? Мам, ну чё, уже едем? Мам, ну поехали уже. Кто мои собаки? Кто? Кто поедет? Мам, ну поедем. Не, не, давай уже, залазь. Кто поедет? Мы поедем в машине ночью. Кто поедет в машине? Поехали. Не сидите уже, ну поехали. Всё. Спать охота. Да. Уже светло, остановились заправиться, гуляем, травка на заправке. Возьми. Ну ладно. Остановка во время поездки. Чё там? Мам, ну пойдем. Возвращаемся в машину, поедем дальше, Эйва, понял? Да понял, пойдем. Пойдем. Да идем, мам, ну что ты прям? Идем, Софи, нам нужно скорее доехать. Мы быстрее от этого не доедем. Мы уже проехали 8 часов. Вот одна из заправок Таиланда. Вот так они выглядят. Все тайские заправки абсолютно очень чистые, очень аккуратные. Обязательно есть вот такая кофейня Amazon. На каждой заправке обязательно всегда есть газончик, скамеечки. Все очень чисто всегда, аккуратно. Каждая заправка как какой-то маленький парк. Есть туалет, в нем уборщицы. Туалеты очень чистые, фонтанчики. Тут машинки стоят в ряд. Обязательно есть 7-Eleven, банкомат, скамеечки вот такие. Даже взвеситься можно на заправке. Ага, идем. Пойдем. Машину скорее. Залазь. Софи, заходи. Так, я первая, давай. Софи, подвинься, не обнажи. Да садись, господи, я тебе не мешаю. Вот сейчас все выпью, тебе не оставлю, ворчишь на меня. Ну, Софи, так нечестно. Ладно. Спасибо. Да, спасибо большое. Супер бутылочка, да, Эйва? Да. Уже 12:30 дня. Мы выехали в 4:30. Все это время проспали. И до сих пор едем. Спасибо. Это наша машина, а это наш паром. Мы сейчас будем на него погружаться. Мамочки! Вот, Софиша, наша машина. Вот она. Мы едем на паром. Все, я ложусь лично спать. Все, и я. Эйвен, повторюшка. Нет, это неправда. Мамочка. 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 Мы едем с 4:30 утра. Сейчас уже час дня. Мы погрузили машину и нас на паром. Мы будем еще часа 2:30 или 3. Детки уже и поспали половину этого времени. Сейчас едем в кондиционере на пароме. Это же жарко. Клево, когда мама берет тебя на коленки. Спасибо, мамочка, я тебя так люблю. Мы едем на остров Копанган. Что это такое? Софи. Ну что? Да, едем на остров Копанган. Едем на пароме. Машину закатили вниз, и сейчас едем на пароме. Эйвен, давай посмотрим окно. А чё там? Да ну там он едят чё-то. Пакет уронили. Где? Вон там. Интересно, чё они там едят? Да не знаю, я буду в окно смотреть. Ну чё, они там до сих пор едят, что ли? Нет, вроде поели уже. Ты чё, кушать хочешь? Да нет, просто интересно. Ладно, тогда я спать буду, раз уже ничего не интересного. Да, они уже и пакет подобрали. И съели всё. Ой, Софи, они сосиски достают. Опять сейчас есть будут. Да пофигу мне. Ну, в общем, мы переезжаем на остров Панган. Вот и они опять едят, Софи. Мы плывем на огромном пароме на остров Панган.
спасательные. Безбрежность. Куда? Куда? Не спрашивай, Эйвен, пойдем. Эйвен, на острове, когда приедем, буду постоянно гулять по пляжу. И я, и купаться в море. Да, и купаться в море. А еще будем, знаешь, что делать? Че? Че будем делать? Будем гонять местных собак. Ну, не знаю, может, тебе это интересно? Ну, а че, не знаю, может быть, лучше будем играть в какие-нибудь игры? Это девчоночьи занятия, София, я даже и не знаю, надо мне... Что, я точно попробую? Это плавать на такой специальной штуке, как серфинг. Сама будешь плавать? Ну да, я попробую. Ой. Катя! Ну, что я могу сказать, дорогие мои зрители? Посмотрите на эту красоту. А еще я на вас обиделась. Я стараюсь выкладывать разные видео каждый день в этом месяце, а вы ругаетесь на меня. Мама, что это? Откуда тут столько воды вокруг? Мама. Все, мама, не снимай, я на всех обиделась. Я в этом месяце каждый день стараюсь видео выкладывать, хотя бы маленькие, а многие ругаются на меня. Все, я ухожу, все, я ухожу. Ой, все. Софи, не расстраивайся. Я не расстраиваюсь. Тебе все равно остались поклонники. Я знаю, Эйвен, просто знаешь, ой, что это тут? Ничего. Просто знаешь, когда ты так стараешься для, них, они на тебя не до... Ну и что ты делай для тех, кто тебе... Ну да, вообще-то ты прав, и таких много. Конечно, и они будут только рады. Спасибо, Брэн, за поддержку! Снимай! Нет, я все-таки хочу к вам. Блин. Тогда сюда. Нет, все-таки к вам. Заходи, Софи.